Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела, и сегодня я вам покажу, как быстро плавать в GTA San Andreas. Для начала я вам продемонстрирую, как CJ плавает, без того лайфхака, который я вам сейчас скажу. Смотрите, как он медленно плавает, это падла. А теперь заходим в настройки, дисплей, дополнительно. Здесь видим ограничитель фреймов, выключен. Включаем его. Так, включили. Смотрим теперь. CJ стал гораздо быстрее плавать. Как ни странно. Кому я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.